Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня предлагаю вам рецепт турецкой выпечки, которая называется дизмана. Некоторые называют это хлебом, некоторые пирогом. Мне, например, это больше напоминает булочки. Но это, в общем-то, не так и важно. Это блюдо может быть как с начинкой, так и без нее. Неизменной остается заливка и быстрота и простота приготовления. Практически никакой возни с тестом. Сегодня я предлагаю вам рецепт без начинки, а в одном из следующих видео приготовлю с начинкой. Я очень рекомендую сделать эту выпечку, так как в данном случае результат превосходит ожидания. В миску я раскрошила дрожжи, добавляю теплую воду и теплое молоко. Размешаю до растворения дрожжей. Добавляю сахар, соль, рафинированное подсолнечное масло и белки. Еще раз все хорошо размешаю. И теперь, постепенно добавляя муку, я буду замешивать тесто. Ну вот, тесто готово. Вымешивать его нужно где-то 4-5 минут. И самое главное, не переборщить с мукой. В ингредиентах у меня будет примерное количество муки. Так как я беру смесь муки первого и высшего сорта, то если вы возьмете, например, только муку первого сорта или высшего сорта, вам может понадобиться другое количество. Поэтому муку добавляйте постепенно и смотрите по консистенции теста. Отправляю тесто в смазанную маслом миску, накрою и оставлю в теплом месте для подъема. Обычно на это уходит час-полтора. Все зависит от активности ваших дрожжей и от температуры в помещении. Тесто у меня достаточно поднялось. Слегка подпылю стол мукой и выложу тесто. И теперь делаю следующее. Раскатываю такую колбаску и делю на кусочки. Беру форму диаметром 28 сантиметров, которую я смазала растительным маслом. И теперь складываю кусочки теста в форму. Накрываю форму с тестом и дам постоять еще минут 15-20. Теперь, когда кусочки теста у меня опять подошли, я смачиваю пальцы в растительном масле и делаю такие углубления. Таким образом, я сразу и обминаю тесто, и делаю углубления для заливки. Заливка делается очень просто. К растопленному сливочному маслу я добавляю густой классический йогурт. Можно йогурт заменить сметаной, а сливочное масло растительным. И два желтка. При желании заливку можно посолить. И теперь все размешиваю. И осталось распределить смесь по тесту. Отправляю форму в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, и буду выпекать 30 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому хлебу даю остыть. Пирог остыл, и сейчас я оторву кусочек и покажу, какой он получается внутри. Посмотрите, насколько пушистое и воздушное тесто. Очень нежная, мягкая, такая пушистая структура. Кажется, что это сдобное тесто, хотя сдобы как таковой здесь нет. Хлеб сам по себе очень вкусный и ароматный, но, конечно, особую изюминку придает заливка.
В общем, обязательно приготовьте, попробуйте, и я думаю, что этот пирог или хлеб вас не оставит равнодушным. И, кстати, хлеб не обязательно выпекать в круглой форме. Можно взять прямоугольную, квадратную или просто противень подходящего размера. Смотрите также другие мои рецепты с дрожжевой и бездрожжевой выпечкой. Я благодарю всех, кто подписывается на мой канал, оценивает рецепты и не забывает писать комментарии. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, а мы увидимся в следующих видео.